Всем доброе утро, ребят. Сейчас уже 8:44. Сегодня 30 число. Да, я тут сижу за компьютером. Пью свой зеленый чай, смотрю YouTube. И сегодня у нас выпал снег. Вот, смотрите, за ночь сколько нападало. Вот так вот видно лучше. И на улице, знаете, такая прям зимняя прохлада. Сегодня с вами сходим погулять немного, потому что у меня есть дела в городе, и я немножко засниму город. И сейчас уже идем по улице. Аня, скажи привет. Спасибо, Аня. Тут вот сидят ветки, мы вышли после фикс-прайса. Там все такое новогоднее. Ну и погода там есть тоже. Снег белый, золотой. Я купил серебряный. В фикс-прайсе уже выставили новогодний товар. Посмотрите, как много всего. Мы хрюкаем, потому что друг другу мухи. Хорошо ли не видно, скорее всего, хорошо. Просто сел против окна. Со мной рядом мои собачки. Ксюша. Я уже пришел из магазина. Мы заходили с подругой в фикс-прайс. Марсель, смотри, какая она. Заходили в фикс-прайс. Я там купил обсидиан. Кстати, чуть. Дезодорант. У меня просто собака реагирует на какие-то такие вот штуки фрыскащие. Не знаю, с чем это связано. И купил такой вот спрей для декора с серебром. Мы уже попробовали его. Он, в принципе, так нормально, знаете, прызгает. Я купил себе. Еще вот такой вот горшок, чтобы пересадить цветок. Потому что у меня тут есть один цветок на полке, который вечно падает, и он просто раздражает. Поэтому, да, такой горшок купил. Вообще хотел с вами поговорить на ту тему, что по поводу взаимных подписок. Потому что я знаю, что на моем канале сейчас он вырос, уже почти 300 человек. Это все благодаря взаимным подпискам в большинстве случаев. Я знаю, что не многие смотрят именно взаимные подписки, поэтому да, я знаю, что вы досмотрите до этого момента, и поэтому вам скажу, что я вас тоже всех люблю, и я Марсель. И я стараюсь просматривать всем, отвечать всем на комментарии, просматривать видео у всех. Не всегда, конечно, выходит, но я стараюсь, поэтому да. Я уже ко многим привык, например, к сладкому маффину. Видео просто очень смешные и хорошо сняты. И он правильно все говорит, поэтому да, я постоянно захожу к вам, я смотрю ваши видео по мере возможности, оставляю комментарии, но чаще всего я забываю оставлять комментарии, поэтому да. Спасибо, что вы подписываетесь, и если вы только зашли и включили это видео, то давайте дружить. Пишите в комментариях, что вы подружились со мной. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы дружите со мной, и я сделаю это все взаимно, потому что мне не жалко. Так что, да, сейчас уже 3:43. На улице уже темнеет, я зажёг гирлянду, не знаю, видно ее, не видно, она такая тусклая еще. И да, сейчас я не знаю, что буду делать. Скорее всего, немножко отдохну. Да, я в своей новой кофте. Любимая, она просто огромная, мягкая и теплая. Вот этот цветок я хочу пересадить.
Вот этот горшок вот сюда поставить. Ну, он как раз сюда влезет. Вот он у меня сегодня ночью тоже упал. Потому что в этом горшке он уже тесно перевешивает. Вот это будет хорошо и смотреться, и стоять тут. Я уже на первом этаже. Сейчас мы будем кушать. Сегодня варили такой вот суп. Типа как борщ. Это варится курица. Надо еще загрузить посудомойку. Да, на улице у нас сейчас идет снег. Вообще какая-то метель. Ну, я думаю, видно, как идет снег. Немножко так занятает. Мне завтра еще надо будет в Тагил ехать, чтобы... В Тагил ехать к стоматологу, чтобы поменять дугу. И мне скажут уже, скорее всего, когда будут снимать брекеты. Так что, да, на улице холодно. Я смотрю в универ, также светит гирлянда, и тут Гриша. Мы сейчас сидим тут кушаем, и мы открыли вот этот пакетик с Таиланда с тамарином. И да, тут вот оно получается вот, таком, вот такой штучкой идет, и внутри идут вот такие вот косточки. И с виду кажется сладким, да, но когда ты его начинаешь есть и жевать, он оставляет у себя такое послевкусие, знаете, острое очень. Ну, как перец. Ну да, как перец. Еще, кстати, с виду он пахнет вкусно, но когда ты его раскусываешь, вот эта вот внутри часть пахнет... Тухлятиной. Пахнет тухлятиной. Но это вкусно. Вот. Сейчас уже вечер следующего дня. Надо заканчивать этот влог, потому что я вчера забыл его закончить, и сегодня ездил к стоматологу. И да, снег выпал еще больше, много чего заняло. Если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на канал, оставить свой комментарий и поставить большой палец вверх под этим видео. И всем пока!